Андрей Костицын хорошо сыграл в пас с Франсисом Паре. Классный момент. Макаров спасает свои ворота. Берзинич 91-й. Сергей Гимаев 56-й номер. Он 7-й защитник. Патрик Запусов 99-й номер. Он 13-й нападающий. Вот момент. А в касание не стал бросать Дарзинч. Зато бросил Бартулис. Вот тут попытка сыграть на добивание. 1-0. Картер Эштон. Реализовано большинство. Ничего особо не выдумывали. Ну вот как все было. Бартулис бросает, попадает в борт. Дальше, ну, тут Толопилов вроде успел переместиться. Вот смотрите, он даже отбил. Ну вот он отбил первый заход Эштона, а вот с вторым уже ничего сделать не смог. Вот уходит от него, пока уходит Сотникс. Кристапс будет делать. Площадку проехал. Дает ближнему. Наброс 2-0. Наброс 2-0. По-моему, Гинцмея забил, если не было рикошета. Тем временем Минск с шайбой уже. Оп, красота, 2-1. Вызвав Еременко. Заодно отыграл. Как забрасывали минчане? Ну, вообще, в принципе, ничего особенного не придумали, но Макаров ничего не видел, это точно. Макаров ничего не видел, и Еременко не сильным броском, но точно попадает в девятку. 2-1. А тут Принцу бы не потерять шайбу, он теряет. Мея. Направо. Вот это да. 3-1. Картер Эштон. Я подозреваю, что сейчас Михаил Карнаухов выйдет. Видите, вот передача Гинца Меи на правую штангу. И на самом деле там ногой остановил шайбу Дмитрий Дерябин. И оставил ее в районе пятака. Балинский в центр. Картер Эштон. Ну что, хит-трик? Добивание. Одно, второе. Не быть хит-триком. Удивительная передача прошла, на самом деле, от Балинскиса на Картера Эштона. О, Знахаренко. И в итоге Эштон. Раз, два. Ну, три-то уже, ладно, не было. Павлов. Павлов заложил вираж, бросил в ближний. Эштон добивает. Шайба на воротах. И так, а вот тут, кстати, хитро сыграл, на самом деле, Стефан Эллиот. Вот, повтор момента Павлова. Смотрите, вырулил, бросил, толопило в игре. Набирает скорость Артем Димков. Скидка Степанов. Вот, Степанов красиво обыграл. Димков на пятак. Момент. Бросок, по-моему, не Макаров, а там то ли штанг, то ли вообще не точно. Вот, смотрите, как Степанов обыграл. Ох, красиво. Так, дальше под ворота. И вот там бросок Принца. Нет, вы знаете, даже Андрей Макаров выручил. И в этой ситуации. Нет, вы знаете, это все-таки Дарвинш. А вот это Макмиллан, а это бросок, а вот это уже Редликс точно, и там Толопило. Как не забил, на самом деле, Микелес, здесь сказать очень сложно. Вот тут соскочилось неудобно, и потом он на удобный убирает, но Толопило успел перекрыть низ. Степанов ждет передачу в центре. Степанов скидка назад. Макаров спасение. Еременко на дубль заходил. Так, смотрим. Вот она красивая комбинация. Еременко подключился. Бросил. Макаров отбил щитком. Та же самая комбинация, только Принц вновь не забивает. Костица на дальний Пулкинин, а вот здесь уже гол. А вот здесь уже гол, причем, по-моему, забивает именно Костицын. И да, от крюка, собственного игрока, крюка Гинца Меи. Шайба влетает в ворота, вот вам и гол. Вот вам и гол. Ох, момент, Макаров, спасение, добивание, где шайба-то? Она, по-моему, под Макаровым. Красавица Андрей у Минска. Супер шанс был сейчас сравнять. Смотрите, как все было. Ивенко бросает, подставляет Степанов. Дальше добивание Китарова. Ну и Макаров красавец.